Всем привет! Сегодня поучимся создавать точные слепки с загрузочных флешек, то есть образы ISO с флешек. Для начала заводим в терминал команду такого плана. То есть мы хотим узнать, какими буквами называется наша флешечка. Вот она называется буковками SDB. Теперь, когда буковки, значит, известны, значит, нужно будет сделать вот что. Значит, создать с этой флешки изообраз. Вот здесь вот, значит, мы напишем теперь вместо буковки X буковку B. А здесь, допустим, можем завести там ее там название какое-нибудь. Ну, у меня, допустим, там есть починочный диск стрельца, это реаниматор. Есть, значит, пробник операционных систем. Пробер. И есть у меня там папе Linux. Вот так я это дело и обзову. Можно, в принципе, обойтись и вот этой командой, но обычно я делаю вот такой еще довесочек. Вот посмотрите. Вот он, этот довесочек. Итак. Вот эта часть называется «Откуда?». Вот, я ее в зеленый цвет прокрашу. Вот эта часть пойдет «Куда?». Ну, давайте ее сделаем. Ну, вот такой вот. И довесочек, который там проверяет на ошибки и подправляет все эти дела. Ну, сделаем вот таким. То есть вот таким вот образом будет выглядеть у нас команда для создания из образа с названием реаниматор OSProp Puppy ISO из флешки. Значит, вот я эту команду сюда, значит, заведу, но вначале я должен набрать, зайти в корень. Так. Вот практически все готово. Но еще, значит, есть такой нюанс. Я открываю второе окно. Во втором окне также опять-таки пишу SU, выход в корень, завожу пароль. И вот в этом окошечке я вставляю вот эту команду. Теперь, значит, что делаем? Значит, вот я перехожу снова вот в это окошечко и нажимаю, значит, здесь Enter. И вот оно там в темную пошло, и вы не знаете, там идет прогресс какой-то там или нет. Но вот когда заведена вот эта команда во втором окошечке, и вы нажмете Enter, то вы теперь спокойненько сможете наблюдать за процессом создания изообраза точного слепка с загрузочной флешки. Итак, создание образа закончилось. Значит, практически полностью был снят слепок с флешки размером 4 гигабайта. Закроем этот терминал. Закроем этот терминал. Теперь, значит, зайдем и посмотрим, где же у нас теперь находится этот изообраз. Давайте посмотрим. Вот по расширению я сейчас их
Вот этот образ находится вот здесь. Реаниматор OS Prop Puppy. Этот я за ненадобностью просто-напросто уберу, чтобы он, как говорится, глаза не мозолил. Вот этот образ. Теперь, значит, начнем потихонечку издеваться над флешкой. Итак, из образ флешки мы создали. Теперь отформатируем флешку. Назовем ее, ну, допустим, флешка 4 гигабайта. Заведем пароль. Вот практически флешка отформатирована. И теперь на флешку мы будем образ записывать. Проверяем еще раз, вот показываю, смотрите, что флешка у нас отформатирована. Вот так вот видно здесь. И вот еще можно посмотреть ее свойства вот так. То есть абсолютно пустая флешечка. А теперь опять-таки все по старой схеме. Сначала определяемся, потому что буквы всегда могут измениться. Значит, определяем, под какой буквой у нас сейчас будет идти флешка. Заводим пароль. Вот видите, уже буковка стала SDD. И вот здесь мы, значит, уже напишем не SDB, а SDD. Вот таким вот образом. Теперь дальше. Значит, заводим вот эту команду. Запись из образа на флешку. И еще в одном окне заведем, перейдем вот здесь вот. В корневой режим. И здесь заведем вот эту команду. Вот таким вот образом. И теперь, значит, попробуем записать образ, который у нас создан и находится в корневой папочке. В корневой папочке находится он у нас вот здесь. Не в корневой, а в домашней папочке. Вот он. Значит, можем посмотреть его свойства. Только чтение, только чтение. Ну, в принципе, меня это и устроит. Нормально. Ладно, нажимаем Enter и смотрим. Здесь тоже нажмем Enter. И вот побежало, значит, окошко сообщений о том, как идет процесс записи. Ждем. Так, процесс создания флешки, процесс записи из образа на флешке закончен. Ну, теперь посмотрим. Закроем терминалы. Ну, вот я флешку выну. Снова вставлю. Ну, вот видно, что сюда запись, значит, произведена. Мы можем также посмотреть еще и вот свойства вот таким образом. То есть даже 6,5 мегабайт осталось свободным. То есть плотность записи очень хорошая. Пространство занято под самую завязку. Ну, а теперь, значит, я перезагружусь и проверю, работает или нет эта флешка. Итак, флешка загрузилась. Вот видны ее разделы. Пожалуйста, значит, вот я сюда поставил новый поисковик. Он получше ищет операционные системы, чем старый. Значит, вот, пожалуйста, он нашел на 9-м разделе, на 8-м разделе, Windows нашел.
И на первом разделе нашел Linux Mint Cinnamon у меня. Нажимаем, допустим, стартовать с Cinnamon, и он грузит нас на Linux Mint Cinnamon. Ну вот, как видите, Linux Mint Cinnamon загрузился, что и требовалось доказать. Флешка, значит, записана правильно. И весь процесс мы, значит, сделали правильно. То есть правильно создали образ с флешки и правильно на нее записали. Итак, что нам это дает? У меня есть специальная папочка, где у меня хранятся образы настроенных флешек. И вот этот образ у меня, он не содержал нового поисковика операционных систем, поэтому я его сейчас вот убираю. А вот сюда он у меня уже записан, поэтому я его просто-напросто беру и перемещаю. Вот в этой папочке, значит, у меня созданы образы. Вот можно посмотреть по размерам. Для флешки размером 4 гигабайта, значит, первое, значит, Linux Mint Cinnamon плюс Wine с работающей балаболкой, голоса, все работает. Проводник операционных систем и Puppy Linux. Есть еще один образ для 4 гигабайта. Здесь, значит, образ Сергея Стрельца для винды. Проводник операционных систем и опять-таки Puppy Linux. Здесь, значит, уже и, значит, на этих флешках у меня хранятся по несколько линуксов, и плюс еще, значит, на одной из них, на реаниматоре, у меня еще хранится и образ Сергея Стрельца. Вот таким вот образом. То есть вы можете создавать свои коллекции. Чем это хорошо? Один раз сделав, вы там понадобилась вам флешка, вы ее взяли, там отформатировали, что-то на нее записали. Затем опять она вам понадобилась, вон, взяли, спокойненько на нее записали. Причем записать на нее можно не только при помощи команды dd, но можно записать на флешку вот при помощи, сейчас покажу, вот этой команды. Прямо из файлового менеджера Nemo. Находясь в корневой папочке, вот вы идете, так, где у нас тут она, красавица, сейчас мы сделаем вид, скрытый файл уберем, вот эта папочка находится, USB Rescue. И здесь, значит, практически вы любой образ можете взять и вот сделать загрузочный носитель. То есть не обязательно, значит, записывать образ при помощи команды dd. Можно записать и через файловый менеджер. Но вот то, что команда dd действительно делает хорошо, так это она создает великолепно, значит, образы из флешек. На которые, значит, на которых установлены и настроены сразу там несколько операционных систем там, или там еще и программы там дополнительные и так далее. То есть вот самое основное, значит, вот эта команда с вот этим вот довесточком. Для записи на флешку довесточек уже не нужен. Просто указывайте куда, указывайте букву флешки и вперед из песни. А вот при создании образа с флешки лучше вот этот довесточек вводить. Я его сейчас сделаю несколько побольше. Вот, вот так он все это дело выглядит. Так что желаю вам всяческих успехов и удач. Значит, пожалуйста, создавайте образы своих настроенных флешек, храните где-нибудь их там на специальных отделах, в специальных папочках жесткого диска, всегда, скажем так, пригодится. Ну а откуда скачать файлик Cherry 3, значит, я вот тут короткий
отрезочек вам подготовил, посмотрите. С сайта зайдете на кладовочку на Мега, скачаете его и пользуйтесь. Там все эти команды будут, чтобы вам ручками, как говорится, не писать. Дальше, значит, вишенку. То есть вы скачали там все, а файлик-то команды видео, вот он у меня располагается. Нужно нажать на значок вишенки. Вот, нажали на значок вишенки. И, пожалуйста, вот этот файлик берете, вот так вот скачиваете. И будет, как говорится, вам счастье. Качается он в лед сразу. Сейчас попросится сохраниться. Сохраните там его где-нибудь, там, я не знаю, где он там понравится. Допустим, на вот загрузках, например. Пускай себе сохраняется. Так что до встречи.